Всем привет, дорогие друзья, мы на канале Дом от Розы, и в сегодняшнем ролике мы будем продолжать играть в игру под названием Мистер Мид. Как вы помните, в прошлой серии меня свинья выкинула за карту. Кто еще не смотрел эту серию, то переходите на канал и смотрите там, в плейлистах. Вот, мы сегодня будем смотреть концовочку, которую я так долго не смотрела. Наверное, все ее уже посмотрели, но я все равно хочу ее посмотреть, потому что я ее еще не видел. Ну что ж, поехали. Играем на режиме тяжело, чтобы нас мистер Мид первым разом поймал, а потом надо попадаться, я так понимаю, на глаза свинье, потому что если мы будем попадаться всегда мистеру Миду, то там получится концовочка с мистером Мидом, поэтому давайте лучше начинать и будем смотреть, как это все работает. Я надеюсь, мне она выпадет, а то как-то будет обидно, если... О, смотрите-ка. Кстати, тут уже автомобиля нету. Мы гуляли за картой. Очень классный баг. Так, давайте зайдем через двери. И сейчас я вам также покажу один такой прикол. Что он нас тут может не заметить. Если мы будем так стоять. Смотрите-ка. Пришел. Открыл. Упирается об меня. Я его закрываю. Смотрите-ка. Видите, какой прикол? Ладно, давайте ему уже попадемся. Оу, прям в мистера Мита залез. Ничего себе. Так, ладненько. Первая ночь. Кстати, тут поменяли вроде бы вот это вот первая ночь, потому что я помню, что там была ночечка другая. Давайте вот так вот прям и попадемся. Ну уже, давай. Мистер Хряк. Ах ты! Мистер Хряк. Давайте вот так вот ему даже попадемся. Вот так. Бьется об стенку просто тупо. Так, и что? Давай, мистер Хряк. Я тут. Алло. Все придется делать другим способом. Ну, просто тупо вот так. Давай уже. О, нормально. Вторая ночь. Так, это у нас хлеб с кирпичиками. Так, хорошо. Вылазим, мистер Хряк у нас где-то там вот спавнится, если я не ошибаюсь. Или где-то... Ага, вот он. Мистер Хряк. О, молодец! Как работает-то. Третья ночь, последняя ночь. Это мы знаем, что она тут последняя, потому что тут у нас есть всего лишь три ночи. О, смотрите, сейчас мы ему прям вылезем. На него напоримся. Ща-ща-ща-ща-ща. Хоп. Давай, убивай нас, мистер Хряк. О, он подлетает. О! Ух ты. Ах ты, не та концовочка. Придется нажимать на паузу, ребят. Ага. К сожалению, не та концовочка. Давайте посмотрим сегодня все, наверное, концовочки. Вот, он нас бьет. Мясня провалена. То есть не миссия, а мясня. Эх, ладненько, нажимаю на паузу и встретимся на последнем дне. Вот она, ребят, концовочка. Ё-моё. Она хочет меня сожрать. Нет. Мясня провалена. Ничего себе. Вот это концовочка, ребят. Мне она очень понравилась. Думаю, она и вам понравилась. С вами был я, Дмитрий Роза. Всем пока-пока.